Як правильно организовать быт, каб детям было комфортно и безопасно дома? Об гэтым можно даведаться на занятках у специальных модельных центрах, якія працуюць при двух дитячых поликлиниках у Гомелі. Один из них наведала наш корреспондент Ганна Каральчук. Каб даведаться, на что необходимо звернуть увагу молодым батькам. Ці ведаеце вы, чаму малым нельга насіць чэпчыкі на завязках? Яны могуць стаць прычынай выпадковага задушвання дзіцяці, як і іншыя элементы адзення і аксесуараў на зацяжках. Пра гэта і іншыя шкодныя звычкі маладых бацькоў расказваюць у мадэльным цэнтры 4-га філіяла Гомельскай цэнтральнай дзіцячай паліклінікі па адрасе Багданова 12. Кожны аўторак і сераду тут чакаюць будучых маці і татаў, бабулі, дзядуль. Ім прапануюць два навучальных курсы з 4 заняткаў. Першы накіраваны на падрыхтоўку да будучага бацькоўства і распавядае про развитие дитяти у первый год життя. Другие дают парады по набытии безопасной мебли и предметов и учат дорослых правильным поводинам. Для этого простору центра сделали в выгляде обычной квартиры. Вот так опрометчиво родителями оставленная на краю стола чашка, она влечет за собой очень большую опасность. Малыш идя, это просто ему заманчиво вот ее схватить, и это дело сотой доли секунды опрокинуть на себя кипяток. Буквально неделя не проходит, как у нас по сводке не проходит вот тот самый ожог, чашка чая, чашка кофе. То же самое касается электрочайников, то есть провода, за которые малыш может дернуть и рвануть на себя. Малые падают с канапа, ударяются об углы и спробуют на смак бытовую химию. Назирая за поводинами бабули, глытают яе таблетки. Множество аспектов тычатся параметров, по яких треба набывать дитячий ложек, кресло для кормления и аутолюльку. Нельха забывать про замки на окна и шафы, фиксаторы для дверей, заглушки для розеток. Урачи делятся своим особистым опытом, а проводить занятки допомагают незвычайные ассистенты. Это наш Ванечка, это наша кукла Реборн. Он нам помогает проводить занятия с нашими женщинами, молодыми мамочками, с беременными. Мы на нем показываем, как ухаживать за малышами, как вообще выглядит новорожденный ребенок, потому что он вот такой, он не совсем красивый, он не как из рекламы. И что, чтобы для мамочек, особенно у которых первый малыш рождается, это не было сюрпризом, потому что они ждут, как из рекламы памперсов, красивого бутуза, а им дают вот, не, ну, вот такое вот. С допомогой такой ляльки модуль учит, как купать маляня, кормить, носить у слингу. Занятки бесплатные. Другий модельный центр працует на базе центральной дитячей поликлиницы по улице Мазурова. У худким часе повинен з'явиться и третий. Ганна Кральчук, Євген Макенко, телерадіокомпанія Гомель.